Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых, встречают нас, как дорогих гостей, машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд, приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелую суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы подступали к площади вперед, а он гвоздит, не выглянут из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишко он примостился. Столько всяких дыр. И вот к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А давайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Ну что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарью копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал.